Спасатели вылетели к месту происшествия на вертолете. Чтобы потоки воздуха от лопасти не спровоцировали лавину, было решено поднимать молодых людей на борт при помощи лебедки. Затем любители активного отдыха транспортировали на базу МЧС в Сочи. Оба сноубордиста – жители Москвы 27 и 26 лет. Медицинская помощь молодым людям не требовалась, они самостоятельно покинули спас-отряд.